безопасность. Провода должна быть обязательно изолирована. Это должен быть кабель, ни в коем случае не провод. Переноски. Смотрите, длина тоже же увеличивает мощность. С этим тоже ориентируйтесь. Автоматы выбивало просто на ура. Электрик был, без конца включали. Кто жаловался, кому было неудобно, ну кто терпел, ну в общем были такие моменты. А электрик будет? Да.